Ну вот, собственно говоря, подключил клавишу, органный модуль, вот Viscount. Несмотря на свой возраст, сохранность довольно-таки у него приличная, внешний вид. В целом, есть небольшие, конечно, вот потертости для его возраста, учитывая, что эта краска вся родная. Вполне себе неплохое состояние. Овердрайв поднавалили. То есть тут все кнопки переключаются. Вибрато. Овердрайв. Собственно говоря, вот как-то так. На задней панели здесь подключен в данный момент MIDI, различные вариации педалей, выход был через наушники, это main out. Собственно говоря, наверное, все.